Итак. Итак, констебль Булимия. Да, капитан Катанья. Почему вы меня зовете капитан Катанья? Потому что это ваше имя. Я не Катанья. Вот так представил. Катани. Катанье это русское что-то. Это у них там забавы у русских этих зимние. А, эти русские. Эти русские. Я вижу, у нас тут убийство русского. Я как-то видел одного русского на медведе с балалайкой и с водкой. Вот, вот. Это они такие русские. Не хотелось мне больше. Итак, констебль Булимия, давайте к вопросам. Зачем вы меня вызвали? Времени мало. У меня еще вебинар по криминалистике. Да, очень, очень важно. Очень важно. Событие случилось. У нас убийство. У нас убийство. Вот капитан робот Киборг принес это тело. У вас тут капитан. Вот это капитан робот Киборг. Капитан робот Киборг получил. Роберт получелок получеловек. Получеловек получеловек. Капитан. Ну да, известный, известный. Киборг. Это ваш известный помощник. Это известный помощник капитан начальник. Кто такой капитан-начальник? Это не будем вдаваться в подробности, дело не в этом. У нас, давайте вопрос, у время, нас, я опаздываю. У нас мертвое тело. Это мы знаем, вопрос задайте. Мертвое тело, оно умерло. Господи, нужно, да что ж вы... Нужно определить, почему оно умерло. Ну я понял, конечно, задайте вопрос. Ну так вот, я же задаю. Вот оно тело, и нужно понять, почему оно умерло. А вопрос в чем? А вопрос в том, что мертвое тело. Вот такое. И нужно понять, почему оно умерло. Потому вопрос. Что... Задайте вопрос. Так вот. Вопрос какой? Тело. Тело есть же? Есть. Вот. Да. Оно не живое. Да. Мертвое. Да. Вот. И нужно понять, почему оно умерло. То есть вопрос, почему оно умерло? Вопрос, почему оно умерло. Хорошо. Вам нужно, как капитану Катани... Определили. Я знаю, что я капитан Катани. Я знаю. Не надо мне постоянно напоминать, что я капитан Катани. Что вы по 200 раз одно и то же повторяете? Может, его поджарили? Капитан Катани, капитан Катани. Я и так знаю, что я капитан Катани. Сейчас. Ну как выключить киборга? У него есть кнопка? Есть, но она не работает. Черт, ладно. Я знаю, что я капитан Катани. Вопрос не в этом. Не надо это повторять. Вопрос в том. Почему оно умерло, правильно? Вопрос в том, почему тело мертвое. Нужно понять, да, почему? Хорошо. Почему оно умерло. Сейчас я отвечу на этот вопрос. Да, пожалуйста, я очень жду, пока вы ответите. Значит, я... Терпение, мой друг. Да, да. Терпение. Да! Да здравствуй, да! Я сильно... Терпение, мой друг, не надо торопиться. В таких вопросах, весьма щекотливых, очень важно все... Все учесть. Давайте уже начнем. Давайте начнем, да. Мы уже здесь целый вечер, целый час, целый день. Да, со вчерашнего да. вечера. Итак, почему умерло это тело? Да, почему умерло? Почему оно мертвое? Да. Нам нужно понять, почему это тело умерло. Ну вообще, если сейчас философски отвлечься, я вам скажу, что смерть – это часть, некая часть жизни. И поэтому есть некое такое круговращение, рождение, смерть, рождение, смерть. Это нормально, это еще буддисты. Да боже, как это относится к следствию? Никак, абсолютно, я согласен, это я просто философствовал. Я вас заранее предупредил, что я немножко... Нам просто нужно понять, почему он сдох. Ох! Я понял, хорошо, я понял. У вас мертвец, капитан Катанья. Я понимаю, конечно, да, у вас мертвец. А я вам сейчас... Мертвое тело. Как выключить киборга? Получеловека, получеловека. Как? Вот если он на одну часть человек, а на другую часть человек? Человек, да. Роберт Киборг. Капитан-начальник. Заместитель директора. Очень сложное звание. Да, это очень сложно. Ладно, итак, почему... А подождите, как более точно сформулировать? Он все-таки умер или сдох? Потому что это важно. Вначале он умер. Но сейчас, как я понял, он сдох. А вопрос в чем? А вопрос в том, почему он умер? Но почему он сдох? Вы специалист. Почему вы он специалист? Сдох? Я специалист. Вас вызвали, чтобы вы определили, да. почему он умер. Сдох. Но так вы... определяйте уже, так наконец. Вы определитесь, сдох или умер. Это важно. Он сначала умер, но после разговора с вами я понял, что он сдох. Но вам-то нужно понять, почему он умер или почему он сдох. Он перестал дышать. Сдох. Это уже третий вопрос. Умер – это одно, сдох – это другое, перестал дышать – это третье. Вы меня забыли. Я сейчас сам сдохну, боже. О, кстати, давай, упади. Так, упади. Так, я штука.
Роберт Киборг, дайте мне упасть. Выключи его, Роберт Киборг. Включи. Все, выключайся и садись вот сюда. А вас можно выключить? О боже, у вас есть кнопка? О, у меня инфаркт. Все, он упал. У нас теперь два тела. Роберт Киборг. Получеловек, получек. У тебя какие-нибудь есть вопросы ко мне? Есть. Какие вопросы? Задай. А я живой.